Господа, всем добрый день. Продолжаем освещать наши похождения на охоте. Прошло 5 дней после проверки капканов. Потом мы еще маленько добавили. Теперь у нас 10 рамных капканов или проходных. КП-140, КП-120. Вот. Сегодня выехали проверять. Замечательный день. На улице минус 7-8 градусов мороза. Впечатляющая красота в лесу. Тишина. Можно стоять и просто ее слушать. Но уже 21 ноября. День стремительно становится короче, солнце скоро сядет, и нам нужно идти проверять капканы. Что будет получаться, будем вам рассказывать. Двигаясь к капкану, господа, по краю вырубки, обнаружили волчьи следы, не свежие, но тем не менее. Одиночка. Ну, если время позволит, в феврале-марте маленько, может быть, и вопросом позанимаемся, пока идем заниматься пушниной. Продолжаем проверку капканов. Посмотрели, три пока пусто. Двигаемся к очередному. Но то, что насторожило, вот видите, я остановился. Видите, крупным планом старые следы кунички. Это очень интересно. Ну и, как выяснилось, действительно интересно. Вот так выглядит все это хозяйство теперь, господа. Куница попала в проходной рамный капкан. Ее практически не видно. Скрыта от птиц. И всего, что может ей навредить шкуре. Сейчас будем доставать все. Ну и, может быть, вам это все покажем. Так. Попала куничка. Что делаем? Отвязываем тросик на капкане. Все, достается капкан. Оп. Видите, то есть мгновенная смерть. Почему считается, что капкан как бы гуманный? Вот, ничего не повреждено. То есть, ну и плюс гуманная смерть. Хотя если подойти с точки зрения кого-то, смерть гуманной быть не может. Значит, это добыча. Охотники добывают как пушнину, так и зверя и птицу. Поэтому все происходит именно так. Капкан ставится на место. Так, ага, ставится на место. Привода вообще нет. Честно говоря, приходит мысль та, что вот тут вот есть следы, господа, они свежие. Если через недолго нам упадет вторая куница, значит, вторая куница просто забралась и съела. Потом еще вон там посмотрю, вон там дальше. Но пока, по крайней мере, вот так. Продолжаем. Дальше я сейчас положу приваду. Ну еще что хочу показать вам, ребята. Сейчас я из окна сам посмотрю. Вот видите, у нас вот здесь что-то лежит. Так. И это не что иначе, как остатки какого-то перья первого от косача. Мы его сейчас, конечно, растрясем здесь. Но мне кажется, что
версия, что вторая куница пробралась через эту и все вытащила, села. Очень реально. Вот так вот. Продолжаем. Вот еще, видите, как удобно. То, что сзади сеточка открывается. Положили свежую приваду. Да? Закрыли сетку. Да? Так, сетку закрыли. И гвоздиком. Гвоздиком все это хозяйство заперли. Так, все. Все хорошо. Сейчас достанем секретный ингредиент и намажем еще с помощью пера и перья секретным ингредиентом. Мы просто тупо положим вот сюда для того, чтобы привлекать запахом зверя. Так, продолжаем. Едем дальше. Сегодня мы работаем как следопыты. Смотрите, да? Двигаемся дальше. Вот лесная дорога. Ой, блин, рысь. Редкий зверь. Вот. Потихоньку. Тут где-то с подбегом. А там потише. Сейчас пойдем посмотрим, где лучше видно следы. Вот, видите? Тропиночка такая по льду. Раз, так. Последний раз не лежит. О, трещит. Уже мод подвести. Так, тут пошла туда. Хорошо, и мы туда. У нас там капканы. В капканы она в эти, конечно, не попадет рысь. Но она пакостить может маленько. Что-нибудь спустить, строить. Вот. Посмотрим. Раз появилась, может быть, попробуем на нее что-то изобразить, поставить. Следите за новостями. Любите охоту, цените, уважайте тех, на кого охотится, и все будет получаться. Ну, и снова в этот капкан, который накануне мы предыдущий проверяли. Опять сойка. Опять сойка. Связано с чем? Связано с тем, что буквально в 100 метрах, от 150, осяное поле наше, на котором мы охотимся на медведя. Соек еще много. Ну, чем быстрее снегом западет, тем быстрее они перестанут нам попадать. Да? Выглядит вот так. Ну, что сделаешь? И сойку. Но, кстати, на охоте, не на рыбалке, принцип «поймал, отпусти» не действует. Поэтому впечатлительных людей это точно не впечатлит. Это летит самолет, но, господа, нам повезло. Очередной раз, вот подошли мы и видим, книжка попала в капкан. Все как обычно. Сейчас достанем. Это уже у нас вторая. Так.